Я предлагаю прекратить прения. Отправить его на оценку регулирующего воздействия. У нас есть стадия выступления. Нет, пожалуйста, регулирующего воздействия. Мы вам не позволим. У нас есть стадия задавания вопросов, есть стадия выступления. Если вопросы мы можем не задавать. Мое предложение прошу голосовать. У нас есть две стадии, вы не можете нарушить регламент. Воздержался. Вы нарушаете регламент, вы принимаете бредовый закон о том, что у нас есть какое-то повышение шума. Вот я сейчас повысил шум или нет? А где является критерий повышения шума? Где является критерий повышения шума? Где? Во втором времени мне могут правоприменения. Сотрудник полиции, может сказать, я сейчас повысил у меня шум или не повышен? Я не слышу, вы можете не бубнить, Николай Александрович. Вы можете не бубнить очередной раз, а? А то мне надо подойти, так как сотрудник полиции. Юрий Михайлович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу шума, вот когда я шумлю, это повышено? Вот пусть шумит. Или не повышено? Вы не можете определить, а как вы будете определять, что это ситуация повышенная или нет? Коллеги, этот вопрос напрямую привязан к предыдущему вопросу. Он начал обсуждаться. Нет, мы его обсуждать не будем. Хорошо, я подожду. Николай Александрович. Подождите, у меня вопрос. Николай Александрович, вот мой уровень шума, он повышен сейчас или нет? Повышен. Как вы это определили? Где критерии? Коллеги, осторожно, у него бутылка. Уровень шума повышенный или нет? Прошу голосовать. Или не повышенный? Что против? Понимаете, вот Юля, рука абсурд. Ой! Вот вы видите, вы сами не можете. Следующий. Я ставлюсь на депутата Саратовской областной думы. Занинского. Смотри, по-другому нельзя. Смотри, сами по-другому нельзя. Саратовской областной думы. На вашей области. На то, что вы сейчас обрекаете людей на штрафы, не знаю, как что. Поэтому в данном случае я реагирую таким образом. Вы сами не можете видеть, у меня повышенный шум. Мешает он вам или не мешает? Вы не знаете? Вот видите, вы говорите, мешает. А брат полиции говорит, не могу я определить. Эта информация поступила в комитет и умеете вас раздать, что вы теряете. Кроме того, на сегодняшнем заседании присутствует глава администрации Киевского муниципального образования Екатеринского муниципального района Петров Юрий Владимирович, который также готов ответить на ваши вопросы, если вы имеете. Какими способами затыкать? Мегафонами затыкать, да? Пожалуйста. Поэтому еще раз, бутылками как вы кидаться, так что затыкать вам рук? Вот мы вам не дадим нормально провести тогда думу, если вы не можете дать нам нормально провести комитет. Есть у нас вопросы? Есть у нас вопросы? Вы задайте вопрос. Так вы не даете задать вопрос, вы не ведете. Юрию Владимировичу. Помолчите немножко. Задайте вопрос. У меня есть минута на задать вопрос, правильно? Задавайте. Вот я, поэтому я выведу на этот вопрос, поверьте. Сейчас я вам хочу сообщить о том, что в соответствии с регламентом мы можем вести как вопросы задавать, так и выступать потом. По данному вопросу выступления. Вы у нас забрали возможность выступления по конкретному вопросу. По данным вы поставили на голосование. У нас сейчас опять стадия выступления мы не держим, да? Мы опять стадию выступления игнорируем. Николай Александрович, вы опять игнорируете стадию выступления. Награждение почетной грамоты Саратовской областной думы Власова. Вы думаете, это нам сложно с мегафоном, что ли, сходить, а? Вы игнорируете? Что принято единогласно-то? Перерыв только что объявили. Вы перерыв объявили. По предложению Черкова. Вы только что объявили перерыв. Комитет остался, вы не члены комитета. И что? Вы депутаты имеют право задавать вам вопросы.
вопросы. Принято, все. Какое решение принято? Положительное. Ну хорошо, на Думе мы опять будем, тогда просто снесем все вынести. Давайте придем в следующий раз на заседание Думы 22. С мегафоном, поверьте. Зачем вам это нужно? Вы сэкономили 10 минут себе, создав огромную проблему на следующем заседании. Ну и что, по-вашему конструктивно, что ли? Что вы не оставляете там других вариантов, да? Кроме как идти с мегафоном. Николай Александрович. Слышите меня, как говорят?